Стрельба в финском городе Иматра. Вооруженный мужчина убил 3 женщин, мэра города и 2 журналисток. Преступление произошло прошлой ночью. Злоумышленник припарковался в расположенной в центре города пешеходной зоне, достал ружье и открыл огонь. Полиция отрицает заказной или политический характер убийства. Также известно, что преступник не был знаком со своими жертвами. На их месте мог оказаться кто угодно. Стрелка задержали, при этом он не оказал сопротивления. Им оказался 23-летний местный житель с криминальным прошлым. Свои мотивы он не раскрывает.